Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Это Droider.ru. Вы знаете, все мы очень любим гаджеты, но у технологий есть и обратная сторона. И об этом вы узнаете из ролика, который подготовили наши друзья. Смотрите, не залипните! Собрались с друзьями, каждый смотрит в свой смартфон. Знакомая ситуация? Результаты опроса показали, что 73% опрошенных пользуются интернетом даже в компании друзей и любимых. Половина из них находится онлайн постоянно. Это относится и к молодежи, и к людям среднего возраста. Люди предпочитают досуг в интернете, встречи с друзьями, походу в кино, занятию спортом. В тройку популярных развлечений в интернете вошли скачивание музыки, просмотр фильмов, общение через мессенджеры и социальные сети. Зачем говорить, если можно написать? Зачем улыбаться, если можно поставить смайлик? Зачем куда-то идти, если можно посидеть в интернете? Половина жителей городов-миллионников, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Владивосток, проводят в интернете больше времени, нежели запланировали. Мобильные устройства позволяют находиться в сети постоянно. Мы выходим в интернет на улице, в парке, в такси, в самолете и даже в метро. Белые воротнички пользуются интернетом не только в офисе. Переписка в социальных сетях продолжается и во время обеда, со смартфона. Даже кратковременное исчезновение интернета причиняет дискомфорт. Сейчас интернет с нами круглосуточно. Он заменяет нам живое общение, работу, учебу, отдых, домашние дела. Пришли на юбилей к приятелю и не можете расстаться со своим смартфоном? Может, пора отложить его хотя бы на время праздника? Это только первый этап кампании Amstel Premium Pilsner, которая призывает общаться вживую. Следи за новостями!